Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кировской области вводится дифференцированный тариф на электричество. Он начнет действовать с 1 июля и будет направлен в первую очередь на пресечение незаконного потребления электроэнергии в коммерческих целях. Как рассказали в РСТ, есть случаи, когда активную коммерческую деятельность ведут в частных домах. Занимаются майнингом, размещают автосервисы, автомойки или лесопилки. Но за электроэнергию при этом платят не по тарифу для юридических лиц, а по льготному тарифу для населения. Теперь, если домохозяйство потребляет электроэнергию больше установленного предела, то придется больше и заплатить. Повышенный тариф начинает действовать, если ежемесячное потребление энергии превышает 15 тысяч киловатт в час в месяц. В среднем семья из 4 человек расходует до 600 кВт в час, то есть в 30 раз меньше, отметили в областном правительстве и подчеркнули, что абсолютного большинства жителей изменения не коснутся. Экономика. Более 5000 пассажиров уже воспользовались самолетом между Кировом и Казанью. Авиасообщение между городами было запущено 7 месяцев назад. За это время выполнено 83 парных рейса по маршруту. Общее количество пассажиров, воспользовавшихся рейсом, составило 5300 человек, сообщает пресс-служба Победилова. Больше всего пассажиров воспользовались прямым маршрутом в августе 2023 года, то есть в первый месяц запуска прямых перелетов. Напомню, что рейс является субсидируемым. В это вкладываются оба региона – и Кировская область, и Татарстан. В эфире «Экономика». Бюджет Кирова сэкономит на урнах и вазонах 60% от начальной стоимости. Подведены итоги аукциона на установку в городе урны и закупку вазонов для озеленения. На него заявились 8 участников. В ходе торгов цена упала с 11 миллионов рублей до 4 миллионов 300 тысяч, то есть на 60%. Победитель должен будет поставить в городе 134 урны, 63 обычных вазона и 41 вазон с утеплением. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».